Приветики, продолжаем играть в игру Titan Quest. Я все-таки посмотрел все умения и решил, что стану некромантом. Вот уже лича выучил. Ну и немножко переоборудовал себя. Взял посох и копье теперь у меня. Мы продолжаем на том, что закончили. Нам надо было убить кентавра. Я так понимаю, чтобы его убить, нам нужно идти вот в эту сторону. О, тут еще задание, еще квестик. Если я и беспокоюсь, то только потому, что Гиппий, наш старейший воин, сегодня утром спустился в долину, но так и не вернулся обратно. Он уже не молод, но думает, что так же силен и быстр, как прежде. Хорошо, то есть типа спасти его надо, да? Старый вояка. Так, немножко прибавим. Тут походил еще немножко, нежить поубивал, повыбивал всяких этих, чтобы левел доапнуть до лича. Так, куда идти-то? Сюда или туда? Что тут такое? Сначала мы думали, что враг идет из Каринфа. Мы выступили навстречу, но нас атаковали с разных сторон. С флангов, с тыла, ночью и даже днем. Понятно, короче, что ничего не понятное. Давай сюда. О, прикольно, посохом классно. Пиу-пиу-пиу. Лич вообще жесткий чувачок. Прям вообще выносит так четко всех. Так, давайте сюда. А я тут не был, а почему тут все убиты? Сущность пламени Прометея. Золото. А, тут спартанцы всех распидорили. Нифига, тут столько всего валяется. Брать не обобрать. А этих так не убили. Это посох, я так помню, что еще у него типа кража жизней, да? Да, кража жизни. Бутыль, легкий пояс энергии. Так, 10 защиты, 36 энергии. Так. Птички, птички. Опять разлетаются. Что как много животинки тут. Ворон падает. Лич, действуй. Что-то не так. А, вот, всё, поменяю. Поменяю пока на эти. Буду с упора бить. Так. А, ну то есть я так понял, неважно. О, шкура вепря. Неважно, куда я пошел, все равно бы я тут помотал круги. Лич, не буйствуй, давай, успокойся. А вот, наверное. А, нет, это. Или это тот кентавр, или нет? Просто кентавр. Лук. Ха. Кабаны только так подлетают. Потертая кираса кентавра. Дискил. Дескил.
Так, давай-ка сюда в лагерь. О, сатирчики. Здравствуйте. Давай, Лич, покажи, кто тут батька. Силы. Вот этого еще убей. Так, отлично. Так. 28. Очень медленно. Попробуем так. Ну, вроде нормально. Так, это мы к выходу, да, из лагеря? Да. К третьему выходу вышли. Так, что я сделал? Вроде ничего, нормально. Больное перо? Это штучек собираю непонятных. Так, где этот чертов кентавр? Тут опять кто-то всех убил. А, это я. Так. Ты кто? Шаман. С одного удара просто разъехался. Так. Здесь кто-то есть. Я совершал утреннюю прогулку и гиппи. Наткнулся на этих тварей. Когда я их прикончил, то решил немного отдохнуть. Вот и гиппи нашелся. Так, а чё по нему по заданию-то старого яка? Так, я так понимаю, надо сходить и доложить, что типа, мол, с гиппием все зашибись. Он просто старый пердун и устал. Сюда. Так, а где я вообще брал это задание? Ты? С гиппием все в порядке? А вот. Он там? Ха-ха-ха. Ну хорошо, я зря переживал за старину Гиппия. Вот, это тебе за труды. Благодарствую, премного благодарен. 2000 золота и 500 единиц опыта. Вообще неплохо так подзаработали за то, что просто нашли мужика старого. Так, здесь гиппи, значит, в эту сторону топаем. А побольше еще можно сделать? Вот так вот тогда. Давай! Уно атако! Мы вперлись. Нам... А куда нам? А, туда, наверное. Вот туда, туда, туда. Убить! Фас! Да. Вот, кентавр, кентавр. Вот этот урод. Нес, вождь кентавров.
Лич, взять! А, убили Лича! Лич, драться! Да не вождя, а бей кентавров! Больно. Ох, как больно. Как говорится, не по сеньке шапка-то была. The first threshold какой-то получил достижение. Да. Малая бутыль энергетического. Искушающий судьи способностей. Ученическое кольцо стойкости. Высасывающая кровь, шарообразная булава. Отлично. Чё? Блин, не успел прочитать, что это было такое. Пиланская долина позади тебя. Если же ты ищешь Леонида, он спартанц. Так, Леньку-то я ищу, но я хочу еще проверить магический сундук, что-то интересное. Ух ты, защитный венок, деньги. Ну, деньги первым делом, сущность силы Геракла, кольцо физических войнок, легкая мантия проницательности. Ух, сколько интересностей-то, даже не знаю, что и одеть-то. 4 интеллекта, 22 восстановления, 14 сопротивления модуля, плюс 23% восстановления энергии. Кольцо плюс 5 единиц силы. Копье офигенское. 56 жизни, 53... Ну блин, тут сопротивление огню, холоду. Черт побери. Вот так. Посох. 16 единиц базового урона от огня. А у меня сколько посох единиц от базового урона огня? 9. А, ну он, блин, высасывает. You can't hold anymore. Так, выкинем. Лук тоже. Так. Теперь. You can't hold anymore. You can't hold anymore. Это сюда. Это сюда, это вот так, это вот так, это так. Your inventory is full. Все. Давай уходим отсюда. К Леньке. Так, тут все убиты. Мы левел апнули. Так, а мне нужна была ловкость немножко и интеллект. Что-то по мини-карте я так плохо ориентируюсь. Вот такую бы мини-карту-то нельзя сдвинуть, нет? Блин, видно. Потому что правый верхний угол все равно не используется у меня. Вот его бы я взял и побольше бы карту. Там какая-то мелкая, так присматриваться там. Давай, я победил. Итак, кентавра. С Нессом покончим? Да. Должен признаться, этого я не ожидал. Ведь ты не спартанец. Да, конечно же. Можешь поговорить с генералом, только быстро.
Леонид очень занят. Ты думал, я лошара? Вот кто победил кентавра. А я думал, что только спартанец может справиться с ним. Нет, ты я здесь могу. По просьбе Диомеда? Очень хорошо. Я пошлю несколько солдат на защиту деревни. Это уже не первая просьба о помощи. Повсюду кишат эти твари. И ленивые горожане, которые насмехались над нашей дисциплиной, теперь просят о помощи. В любом случае, эти чудовища проклянут тот день, когда они осмелились ступить на нашу землю. Хорошо. Отправляйся к Оракулу в Дельфы. Он должен знать, откуда взялись эти твари. Я бы отправил туда спартанцев, но они мне нужны в бою. Иди в Мегары и найди Тимона, моего старого друга. И Пумбу. Он поможет тебе выбрать подношение для Оракула. И помни, что подношение надо. Храбрыми не рождаются. Все, я понял. Так, а здесь, если сюда пройти... Да, вот, оружейник. Мне вполне хватает покупателей спартанцев. Быстрее, что ты хочешь? Погоди. Вот так вот. Пока все продаем, все равно лучше нападает. 100%. Кольцо ученической стойкости тоже. С помощью можно улучшить доспехи любого вида. Тоже одни булавы. Прощай. Прощай. Так. Ты ч... О! Знахарь. Добрый какой-то. День. А, типа у разных разные, что ли, покупаются? У знахаря можно посохи взять. 9 единиц. От 3 до 20 высасывающий кровь. Прочный посох. Очень медленная. Так, все прекрасно. Хорошо. А есть этот? Нету? Нету. Как его? Хранителя нету. Вещей, которые хранит. Так, ладно, топаем. Я так понимаю, нам туда, куда только что ходил, кентавра убивал, там дальше вверх. Так, а еще, кстати... Нет, создал портал, я понимаю. Будем делать ставку на лича, потому что он мощный, в принципе. Вот 5-го левела уже. Да, блин, что-то подобрал. Фиксим, пусть. Кентавра так растянуло. Растянутый кентавр. Да, эта дорога ведет в Дельфы. По ней ты дойдешь до Мегар, а затем дальше к побережью. Все понятно. Посох волха? Зеленый. Ну-ка попробуем. Ты зеленый посох подобрал. Я чуть не понял, желтый лучше зеленый? Нет, или... Ну вот, то есть... Он зеленый, этот какой-то желтенький. Есть где-то это? Ранговая система цветов-то это. Что-то я немножко не понимать. Я
Опять поля, леса. Опять блуждание. Ого, что это было такое? Лич применил какую-то приколюшку. Умри! Кольцо ученическое. Усиленный шлем энергии. Гнезда гарпий. Ну, в странном гнезде только две гарпии было. Очень странно. О! Слабаки. Слабаки. Покоритесь мне, несчастные. Ибо я ваш повелитель. Отдай. Вот так. Еще одна шкура вепря. Зайдем на огонек. Лично действуй уже. Покажем им, что такое тандем. Тандем некромантов. Золото, золото, бутылка. Хилок никогда не бывает много. Кентавр. Сколотый Сидиус. Судис. Так. Карта. Ну, походу, я иду правильно. Непонятными какими-то заветшалыми путями, но правильно. Победа нас ждет. Вперед. О, сколько тут у вас уродов. Подлетает только так. О, наездник на вепре. Деньги. Даже уже белое не стоит брать. Смысла нет. Только желтое. Интересно, а тут нету, как в Диабло, типа там, что главы сразу обозначены? Типа, там всего пять глав. Наверное, нет такого, да? А, нет, вот так-то есть. Акт первый. Третье задание. Но тут не написано, сколько всего актов будет. Это что? Что это? Вызывайте Мармока. Баги нашлись. Вызывайте Мармока. О, алтарь какой-то жертвоприношений. Супчик варили. О, великий суп наварили.
А где здесь спуск? Застрял. Это не баг, это фича, да? Пещера. Внизу пещера есть какая-то. Я пропустил пещеру. Ну ладно. О, пошли нежить, нежить, нежить. You can't carry anymore. Я даже уже попасть не могу, потому что столько вещей валяется. Давай, убивай их всех. Чумная птица. А, меня чумой заражают. Лич, действуй. Офигеть, сколько вас. О, мясо. Это офигеть, сколько их тут. Your inventory is full. Что-то я набрался всякого говна опять. Охлаждающий охотничий рубило. You can't hold anymore. Я понял, Хондалмор. Хондалмор типа полный я, короче. 14 от 3 до 20. А тут что такое? Алтарь ледяной ауры? Где он? А вот. О, какие-то катакомбы, ура! Люблю катакомбы. Путь. Ух, нифига. You can't carry anymore. Пояс ловкости. Нет, ладно, пусть валяется. О, зомби. А ледяная аура, короче, замораживает их. Чума, 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 вообще офигеть. Усиленный защитный шлем, земля. Необходимая сила 68 и игрока 3. 9 сопротивления молниям. Ну, не знаю, нет, такое себе. Так, а чё я сюда-то зашёл? Зачем? А, магическая бутыль за... Да ёлки-моталки. Так, идем дальше. Блин! От них чумка ещё идёт. Золото, золото. Там тоже какая-то чума. Золото, золото, снадобье, снадобье. Отлично. Палец, шипованная палец некрологии. 23 урона, скорость медленная, плюс 50 урона нежити. Не, нафиг надо.
Хотя я как бы тут типа нежить хожу. Тут же нежить. Черт пойми, как все тут мне разложить так, чтобы... Возьмем вот так вот. Ага, 8 уровень игрока и сила 138 нужна. Офигеть. Сущность... О, сила этого Геракла. Что-то выпало. Наручи, наручи. Все, говно. Пока, летучая мышь. Ай! Добротный сундук, гробница. Воу! Тихо. Разупокоенный ассасин. Охотничье рубило физической силы. Ой, господи. Поруч регенерации, защитное кольцо. Я знаю, что надо сделать. Вот так вот надо сделать. Короче. Как его активировать, этот портал? Прыгнуть в Спарту, потом обратно. Продать все. И снова вернуться. От портала сразу же направо, надо запомнить. Что на этот раз? Купи у меня все, мужик, вот что на этот раз. Там потому что еще столько шмоток, что я бы хотел все их получить. Да на кой хрен ты купил-то, деньги потратил. Спасибо. Так, поехали обратно. Вуаля! Заработок. Курсы начинающего этого торговца. Не, на такой си. Как говорится, зажрался, брать не будем. Уходим отсюда. Вот теперь есть место, отлично. А еще фонтан воскрешения. Леса Спарты. Что вообще аура дает? Я вот не понимаю, я... Герой дразнит врагов, пытаясь отвлечь их от союзников, все понятно. Я могу танковать, а Лич может бить. О, здравствуйте, козлы. Давно не виделись. Давай, Лич, ты справишься, я верю в тебя. Они же лохи. О, левел ап. Грация. С вороной раперии могут упасть, да? Как с гарпией. Что такое? А, ну ледяная аура, все понятно. Так, левел ап, это значит интеллект, ловкость. Отлично, интеллект у меня уже 113. Я так левелов с двух тычки убиваю, это уже с двух тычек.
Это уже классно. Давай, Мамонга, давай, убивай всех. Так. Качнем левелок. Чего есть? Поразив первую цель, жизненный канал разветвляется и тянется к соседним противникам. 35 единиц урона здоровью, 150% урона переводится в жизнь. Расход энергии в секунду, 20% урона нежити, плюс 9 урона нежити. Аура гибельного холода, жизненный канал. Трезубец. Герой направляет посох энергии, и тот начинает стрелять трижды за раз. Вначале каждый выстрел слабее обычной атаки, но урон повышается с каждым уровнем умения. У меня есть 3 очка, да? Так, расход энергии 10% уменьшения урона. Минус 11 поглощения брони. Я, наверное, возьму... Где я читал ауру? Вот эту вроде, да, вот эту. Ага, для этого умения необходимо вот это умение. Жизненный канал. А здесь что, щит, уменьшающий урон, наносимый нежитью героя и его союзникам. Герой или его союзники, находящиеся под воздействием призрачной защиты, начинают наносить нежити дополнительный урон. Эмбарго. Черт, а тут что? Это необходимо еще 5 очков вложить в умение силы духа. Мамонга, передаем. Перепризовем тебя. Погнали. Ты у меня будешь вообще мощный харе. Погнали, вепри. Так, где-то у меня щит есть. Вот этот тот. Ну-ка попробуем. Надо еще энергию качать. Потому что если я буду столько заклинаний использовать... Энергии будет вообще не хватать. Что-нибудь массовое бы, но я так понимаю, массовое это какие-то элементальные маги могут делать массовые. Всякие там огненные, ветровые, ледяные. Сколько щит действует? Цифры нету. Странно. Так, давай вот этого сразу. Первый темный сатир-шаман. Золото. Сидус какой-то зловещий. А, вот это вот Сидус, да? А, зловонный Сидус. Не зловещий, а зловонный. А у меня какой? Там 31 урона. Нет, так, W, да? Да, W переключать оружие. Война! На дно! О, громила 11 левела. Здравствуй. Некроманты рулят. Столько всякого аж. Жалко оставлять, но и места нету. А я вообще, куда я иду вообще? Как бы, типа сюда вот... А, вот дорога, наверное, я от дороги отошел.
Я, честно говоря, даже не понимаю, куда пошел. Так, давайте потом сходим как-нибудь сюда. Лич, не буйствуй, пойдем отсюда. Вернемся на дорогу. О, мы пришли в поселение. Да, это баги, жесткие баги. Так. Ну что ж, так, найдем. Пройдемся тут, осмотримся. Что тут есть? Оу! И заборчик тут поплыл. Странно, странно, странно. Так, ладно. Думаю, здесь сохранимся. Здесь и закончим. Продолжим уже позже, думаю, с этого места, если я опять не пойду. Не вздумаю где-нибудь немножко подкачаться, чем дальше идти, прежде чем дальше идти по сюжету. Ладно. Сохраняемся. Окей. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.